исследования текстовых категорий художественного текста, в первую очередь пространство, категорию пространства, или значит, можно называть ее термином спациальность, не путать со специальностью от английского space или локуса. Пространственность анализируется на материале повести Андрея Платонова «Котлован». Конструирование пространства художественного текста подчиняется нескольким закономерностям. Во-первых, отношению локусов к сильным позициям текста. Во-вторых, роли локуса в сюжете. В-третьих, перцептивности локусов. И в-четвертых, субъект. Значит, обращение к корпусу позволяет выявить, как организуют эти пространства, значит, такие факторы, как частотность, тематическая и семантическая близость лексических единиц. Лексика с пространственной семантикой формирует семантическое поле пространства. Употребление глаголов восприятия выявляет перцептивные локусы. Дело в том, что так как предметы сами, занимающие какую-то позицию в пространстве, воспринимаются персонажами, поэтому тут как они воспринимаются, выражено не в самих существительных, а в глаголах восприятия. Значит, анализ контекстного окружения этих пространственных слов показывает, какое пространство отнесено к планам прошлого, настоящего и будущего. Так что пространство в данном случае оказывается связанным со временем. Значит, сколько минут у меня? Примерно 5. 5 минут. Ну, значит, статус локуса в тексте определяется характером номинации, принадлежностью к природе деревни или города, ролью в сюжете и наличием или отсутствием модусного субъективного компонента и характером локуса реальным или идеальным, и временной характеристикой локуса, то есть отнесением к временному плану. Значит, в качестве единиц поиска выбраны несколько типов единиц: слова, соотносимые с сильными позициями, заглавие, первая фраза и финальный абзац текста. Во-вторых, большие локусы текста. В-третьих, общественные локусы, связанные с совместным трудом или являющиеся местом собраний. В-четвертых, малые локусы, являющиеся жильем. В-пятых, метаслова, описывающие пространственную организацию. В-шестых, глаголы зрительного восприятия. В-седьмых, глаголы интеллектуальной деятельности. В-восьмых, глагол «быть» будущего времени. И в-девятых, способы характеризации локуса в атрибутивных словосочетаниях. Значит, ну, существительно «котлован» встречается там
фокусы, заданные в инициальной и финальной фразах, то есть завод, камень и барак, тоже являются определяющими. Значит, большие локусы текста, между которыми развертывается сюжет, это город и деревня. Я не буду количественных данных приводить, это есть все в тексте. Значит, и общественные локусы анализируются как завод, кафельный завод, организационный двор или порт-двор и колхоз. Значит, локусы жилья – это дом, изба и барак. Это слова, сюда относятся слово «пространство» и слово «место». Значит, в общем-то, философский дискурс в тексте уступает того. Значит, а глаголы восприятия главным образом такие как «видеть», «увидеть», «смотреть», «посмотреть», «наблюдать», а глаголы интеллектуальной деятельности существенные «знать», «понять» и «понимать». Значит, в докладе полном тексту приводится таблица частотности единиц, конструирующих пространство текста повести Котлова. Анализ частотности показывает, что пространство текста Котлова оказывается сложно организованным. По преимуществу безымянным, разделенным между городом и деревней и устремленным в будущее. Локус котлован, являющийся заклавием сильной традиции текста, обнаруживает большую частотность употребления и также непосредственно связан с будущим, поскольку данное слово называет основание еще не построенного здания. Модус зрительного восприятия представлен шире, чем модус знания. А значительное количество употреблений глагола «знать» с отрицательным для субъектов модуса делает это будущее невозможным.